Игра, ну, для меня новая, да, The Escapists 2. В чем смысл? Это игра про побеги, то есть ты играешь за зэка, вот, тут несколько тюрем, несколько открыто в начале, вот, а остальные вот тут какие-то ключи нужны. И эти тюрьмы как бы разные по сложности, то есть самая последняя, самая сложная. Вот, это вообще какая-то в космосе, но до нее я, конечно, не дошел. Вот я прошел только что обучение. Это дополнительный пересыльный центр для нарушителей. Пригодится вам, чтобы получить или освежить в памяти знания, которые пригодятся во время настоящего заключения. Ну, то есть там все объясняют, как побегать, ой, как сбегать. Также и первое после этого это вот центр Перкс. Нажму продолжить. Короче, я в принципе нашел, как можно сбежать. С помощью отвертки я смог тут открутить какую-то решетку. Вот, ну пока не об этом. Начнем с того, что в этой игре настоящий тюремный режим есть. Она снята вот в двухмерном таком. Так. Ой, пишу в чат зачем-то. О, оказывается, можно стену разбивать, я не знал. Вот. Игра снята в двухмерном, в таком режиме. То есть игра про копов была. Еще была игра, я, по-моему, снимал видосы, да, про нее. Про бойца, где ты его тренируешь и так далее. Тут, кстати, тоже можно тренироваться там. Всякое такое. Тут еще в чем прикол? Тут есть режим тюремный, чтобы не было подозрений, тебе надо ходить все время. Как интересно, как тут чат отключить? Я в него случайно пишу. Вот, чтобы подозрений не было, надо ходить по режиму. То есть вот сейчас был душ, теперь ужин. Ну, прям как вот в армии, как в тюрьме, да. В таких, в подобных местах. Все по режиму. Теперь надо поесть. Ну, еда тут не только из-за режима, из-за того, что она еще помогает восстанавливать энергию. Так вот, поднос. Можно разговаривать. Так, ну тут что? Тут приемы пищи. А, и плюс, в чем смысл? Еще проверки периодически. То есть у тебя есть своя палата, да, своя кича. И их, ну, рандомно проверяют. То есть могут, например, и мою проверить. Вот. В принципе, эта игра, она достаточно легкая. Захват подозреваемого. Ну, за... Что за хуйня? Меня в чем-то подозревают, не понимаю в чем. Интересно, если я сейчас, сука. Тварь, блядь. Тут есть медики, которые тебя вылечат, типа ты не умираешь. В чем минус, да, когда тебя копы ловят, то они отбирают у тебя все ценное. То есть я, например, с помощью отвертки мог открутить решетку и с нее, ну, съебаться, возможно, из тюрьмы, а они у меня ее отобрали. Вот, то есть вот в этом минус. Типа, ты не умираешь, конечно, в этой игре. Вот, в больничке просто лежишь, хилишься, вот с вилкой ходишь. Черт. Я понял, в чем суть. Короче, как я сказал, я открутил решетку, да, и это спалили. И теперь тут режим повышенной, ну вот, изоляция введена, 5 звезд, то есть прям как в GTA. То есть теперь из палат, получается, нельзя выходить. Из камер. Кстати, я не знал, оказывается, можно стену ломать. Лол. Карто это пластмассовая вилка, прям как в побеге из Шоушенка, да, почти. По 1% стену ломает. Ой, я спать, блять, не успел. Отравлен медработник, что-то пиздец какой-то. Найдена контрабанда. У меня походу контрабанду нашли. Ну да. Мне кажется, тут надо заново все начинать, потому что походу меня по полной вообще спалили со всеми потрохами. Вот. Ну, то есть,
режим, в принципе, зачем соблюдать? Режим соблюдать, чтобы не спалили. Саугар Грик Рейлрод. Только вы, стервятники, парящие в небе, знаете, какая судьба ждет вас в конце железнодорожного полотна. Если вы планируете увидеть еще один восход, вам лучше покинуть корабль, чего бы это ни стоило. Это типа тюрьма на корабле. Ну, давай попробуем, я не против, что-то новое. Лол, так мало персонажей. Начать игру. Тут можно закастомизировать своего персонажа. Я себе такого бородатого в шапке медведя сделал. Вот, то есть что, надо соблюдать режим. И попутно с этим есть какие-то свободные часы, да, отдыха. И вот надо думать одновременно, чтобы не спалиться. И одновременно что-то думать, как сбегать. Потому что, по идее, если ты уже проходил эту игру, знаешь, как сбегать, то для тебя это дело 5 минут. Но вот я в первый раз играю, да. То есть реально сложновато. При том обучении такого не было, меня к такому не готовили, да, то, что я, например, открутил там какую-то решетку, меня спалили, и, ну, из-за этого мне ищут мусора по всей тюрьме, то есть реально жестко. Вот, ну, вот у меня персонаж, про которого я рассказывал, у него такая шапка педобира, да, видимо, в очках такой Клифф зовут героя. Вот, то есть вот абсолютно разные локации, да, вот это уже новое. То есть тюрьма на поезде — это что-то такое интересное, необычное, такое оригинальное. Вот. Кстати, я забыл сказать, что хоть ты даже новую тюрьму, ну, одну и ту же будешь начинать, но она будет заново регениться. То есть там рандомно будут местоположения кичи твои, да, то есть, ну, не одно и то же будет. Локация похожая, но не одно и то же будет. Вот. Осталось время. Что осталось время? 4.09, видимо, спать надо. Хотя нет, челики не спят. Отойди. Чё так жестко-то, блядь? Я спать, все, я сплю. Офигеть. А ну давай заново. Чё так жестко-то, блядь? Офигеть. Я понять не могу логики, типа, а почему? Ладно, я как бы... Совет для мой милой машины. Когда же ты сидел в одной камере с Тронтом Джо, местной знаменитостью, у которого была дикая... идея о том, чтобы правильно подходил лошади, легко дурачить. Когда я попросил рассказать подробнее, он только без перерыва бормотал, что о фальшивой морковке. Но это же Тронутый Джо. По-моему, это какая-то подсказка. Чё тут двухместные кичи, две кровати? Я, похоже, понял. Видимо, тут один охранник, и его надо просто по стелсу обходить. Ну реально, я не ожидал. Просто это очень жестко. Телевизор тут. Вот так можно прятаться, кстати. Реально, черт, я не могу сюда войти, почему? Я не могу вот сюда войти почему-то. Оф. Смыть предметы, да, вот в толчок можно смывать предметы. Опа-на. Не-не. Пиздец. Я так понимаю, с ним драться надо. Все, я сплю. Что-то это так жестко. Офигеть. Да, это жестко. Мне типа мне нравится такой движущийся поезд. Это круто, конечно. Найс. Взял просто через стену перенес. Ладно, а тут что? О, бежать. Мне нужно смастерить фальшивую морковку, чтобы приманить лошадь.
Я понял, мне нужна фальшивая морковка. Лошадь подбежит сюда, и я уйду. Все, ну теперь я хотя бы знаю, в чем суть. Отцепить тюремный вагон. Я не справлюсь в одиночку. Хреново. Да, кстати, в этой игре можно в пати играть. Блять. Да, в эту игру можно играть в пати, вот. Я его, кстати, ебануть могу, охранника. С охранником можно драться. Только, по-моему, он потом встает все равно. Но с охранником можно драться и даже оглушить. Но вроде бы не убить. Да, короче, надо морковку фальшивую. Вот, тут можно мастерить. То есть ты прям ингредиенты вот сюда засовываешь. Теперь я, по крайней мере, знаю, что надо делать. То, что к охранникам подходить нельзя. Что-то это реально же, ну это реально как бы жесткая игра, то есть она непростая, как кажется. Если кому-то так показалось. Она нифига не простая. Но у меня есть краска, и у меня была какая-то палка, которую у меня отобрали. Я просто понять не могу, почему я что, типа, даже в туалет выходить не могу. Что тут не кормят? Что вот это оставшееся время, я так понимаю, до казни? Типа тут надо за отведенное время все сделать. Почему так жестко? Стол медработника. Надеюсь, он не будет ругаться. Пришлось им... Аптечка. Да хорошо, он походу не ругается, то что я тут... Да, медработникам им типа все равно, то что я тут бегаю, это хорошо. Знать бы, из чего аптечку сделать. Пиздец, это реально жестче. Типа... В той тюрьме тебя хотя бы не атаковали так сразу. Интересно, а из чего морковку сделать? Фальшивая морковь. Вот, кстати. Вот фальшивая морковь. Нужны две ручки, походу, и какая-то бумага. Тут до хрена всего. Чашку чая даже можно смастерить. Одежду можно смастерить. Дофига всего, только это не особо-то и нужно. Одолжение. Ну, одолжение — это квесты, которые ты выполняешь на зэков. Короче, вот фальшивая морковь. Нужна оранжевая ручка, зеленая. И листок бумаги, но я не понимаю. В шкафчиках можно прятаться, я не понимаю, просто где это. Медики со мной не разговаривают, но типа медики, они, наверное, независимые. Да, типа охранников, в принципе, можно нормально доджить. Кухня тут. Ух ты, дубинка. Ой. Твою... Я почти это сделал. Я почти победил. Можно сказать, что я победил. Батарейка. Заряд адреналина. Да, заряд адреналина. Что-то можно вроде пить и восстанавливать энергию. Хреново тебя обратно относит. Вот это плохо. Короче, мне нужна какая-то бумага, что ли, что-то белое и две ручки. Ну что ж, как-то так. Ну, тут хотя бы понятно сразу, что делать. Да, тут хотя бы некие подсказки есть. Дубинку вот у меня отобрали, к сожалению. Тут хотя бы ясно, что делать.
Вот так можно блок ставить. Неужели лошадь никак по-другому нельзя? Блять. Ну ладно. Короче, от охранника, наверное, не отцепишься. О, с двух сторон, найс. Двоих я, конечно, не захреначу. Хотя. Не-не-не, не захреначу. Без оружия, тем более. Ладно, как-то так.